Экономическая стабильность региона. Этому вопросу посвящено отдельное заседание в правительстве края. Его участники вторят одно – статистика радует. За 7 месяцев уходящего года, говорят докладчики, подросли все основные показатели. И особенно они заметны в промышленности – плюс 6% производства к уровню прошлого года. А это выше, чем в среднем не только по Сибири, но даже по России. Основное влияние на высокую динамику этого показателя оказывает рост производства автокомпонентов, это почти 140% увеличение котельного оборудования и продукции оборонно-промышленного комплекса, почти 125%, то есть плюс 25%. Выпуск кокса почти плюс 7%, химических веществ тоже около 7%, а также производство пищевых продуктов плюс 13,6% и энергетика более 8%. Растут обороты предприятий, растут инвестиции. И многие частные задумки поддерживают власти. На комплексном сопровождении региона, говорят на заседании, 70 крупных проектов в разных сферах экономики – промышленности, туризме и сельском хозяйстве. Среди них два больших молочных хозяйства. Одно недавно заработало в Заринском районе, другое скоро откроют в Тальменском. А это несколько сотен новых рабочих мест и рост объемов переработки. Итого почти около 90 тысяч тонн молока будет добавлено в общее производство для переработки на пищевых предприятиях Алтайского края. А еще, отмечают чиновники, безработица падает, а зарплата растет. Причем, как выясняется, не только номинальная, но и реальная. Ее средний размер в крае, подсчитали ответственные, 43 тысячи рублей. Развитие промышленного сектора и экономики в целом, говорят на заседании, и на общей казне отразилось. Доходы бюджета края выросли на 3,5 миллиарда рублей. Смотрите дополнительные направления расходов наших бюджетных средств. Доходы надо предусмотреть в бюджете, которые поступят, и, соответственно, готовить корректировку бюджета на увеличение расходов. Губернатор отметил, дополнительные доходы – не лишние деньги, их есть куда направить. Но прежде всего, подчеркнул Виктор Томенко, средства пойдут на сельское хозяйство, подготовку к зиме и ремонт дорог. Елена Макаренко, «День с толком».